Красавчики летят. Ну, здравствуйте, дождались журавлики. Классно. Люблю это время. Люблю их встречать, не люблю провожать. Так, вчера вечером показывала, мы сделали гнезда. Я хочу сюда еще повесить занавесочки, чтобы им прийти. Нет, они все равно лезут в одно гнездо. Вот тут три свободных. Надо точно занавески вешать, чтобы они вот так вот в одно гнездо не лезли толпой. Яйца не давили. В общем, девки работают. Потом попозже приду и посмотрю, проверю. Хожу сейчас часто. У меня проблема — тонкая скорлупа. Вот. Надо сейчас срочно пересматривать рацион моих курочек. Вчера стала забирать яйцо. Курица на него случайно наступила. Оно сразу же разбилось, треснуло. Вот. Ну, она, конечно же, сразу кинулась его кушать. Поэтому надо срочно укреплять скорлупу, чтобы таких не было ситуаций, иначе мы останемся без яйца. Это коммуналка настоящая. Третья туда забралась. Наверное, мы и гнезда большие сделали. Ну, по идее, надо было, наверное, поменьше. Ну уж какие сделали спустя столько времени. Руки дошли до гнезд. Сделали из обрезков, из строительных материалов. Это у нас мы этими ЦСП, это или что... Как эта плита называется, не помню. Ей мы обшивали, стены делали в доме. Осталось очень много обрезков. В общем, часть пустили, малую часть пустили на гнезда. Вот сейчас, по-моему, она будет яйцо. Да, смотрите-ка. Рождение яйца крупным планом. Слабонервным не смотреть. И брезгливым тоже. Вот так рождается яичко. Куриное. Сейчас я его сразу заберу. Ну-ка, это сейчас... Эта тетка будет клеваться. Атя! Ну-ка, пошла вон. Забрала. А то... Так, здесь у меня у забора растет малина. Эта малина не сортовая. Вот. Ну... Соответственно, я ее в этом году собираюсь полностью выкорчевывать. Буду здесь, естественно, сажать что-то другое. Вот. Ну и сейчас хочу своему беляшику нарезать вот этих веточек. Это ветки, это грубая еда, грубая пища. Тем самым они заменят сено. Ну, остатки, конечно, будут потеплее. Я тут все выкорчу. Вот. Сено я уже не покупаю. Потому что у нас сено, во-первых, очень подорожало. Во-вторых, по сути-то нет в этом надобности. Беляш скоро уйдет в морозилку. Поэтому... Грустно, печально, конечно. Мы к нему привыкли. Ну, это козлик такой. Выращивали мы его для того, чтобы он стал нашей едой. Как бы это печально ни звучало. Вот. Сейчас я ему настригу веточек. В принципе, тут достаточно. Мне хватит надолго. Это не сухие, не мертвые ветки. Поэтому он их очень кушает хорошо у нас. Ну, вот. Ты знаешь, знаете, на тот случай, на перебиться, если нет сена. Также, смотрите, прошлогодняя сухая трава. Если ее пограбить граблями, то тут нагребется приличные кучки с сухой травой. Вот тебе, пожалуйста, то же самое сено. Иду, уже орет. Он с удовольствием поедает эти веточки. Он, видите,
Козам необходима грубая еда, для того, чтобы не встал рубец, для нормального пищеварения. Вот, если вдруг у вас закончилось сено, то его можно заменить ветками, если есть лишние какие-то веточки на участке. Если нету у вас на участке лишних каких-то веток, то можно, в принципе, где-нибудь вокруг дома пособирать ветки, поискать ветки березы, ивы. В общем, прекрасно подходит. Вот видите, как он уплетает веточки в удовольствие, с удовольствием. Вот. Также зимой мы из леса привозим лапник еловый. У меня на участке растет сосна. Периодически он тоже ветром сшибает ветки. Я их отношу беляшу. Ну, козам относила. Были козы, относила козам. Давай подержу. Башкой мотаешь. Кадр некрасивый. Вот. Он какую палку жует. Вот. Еще мы ездим на пилораму. Там попадаются всякие различные фракции кора. Сосновая, еловая. Вот. Тоже прекрасный такой материал. Вкусняшки для коз. Я своим козам специально набирала кору. Вот. И тоже периодически им раздавала. На, беляшка. Ой, ветку и кору. Вот. Также можно использовать сухую траву. Сухостой прошлогодний. Я вот недавно чистила в теплице клумбу с земляникой. И все прошлогодние листья отдала беляшу. Это также идет замена сена. Вот, сейчас, конечно, снежок открыл. Это, сейчас снег тает, земля открывается. Конечно, добыть сено проще. Но... Вот, так что, в принципе, конечно, козам сено необходимо. Но поскольку это у меня козел, который в скором времени, к сожалению, уйдет по своему прямому назначению. Вот, я уже не покупаю сено, тем самым я экономлю на сене и обеспечиваю ему, чтобы у него не встал рубец, чтобы было прекрасное пищеварение. Я ему добываю вот такую вот грубую пищу. Такими вот нехитрыми способами можно спасти ситуацию и какое-то время прожить вполне себе даже без сена. Что сейчас буду делать? Нашла в бане старую пеленку. Хочу сейчас эту пеленку вот так чикнуть вдоль пополам. Горизонтально пополам. Вот. И пойду сделаю в курятник из нее занавески. Нарезала пеленку вот такие вот лоскуточки. И теперь при помощи степлера буду вот сверху прибью их. Эта курица так и сидит. А ты что сидишь? Это с которой я дерусь все время. За яйца. Она мне не отдает яйца. Вот. Так. Начну с этой стороны, чтобы эту красотку лишний раз не тревожить. Ну вот, готовы куриные домики. Я немножко подрезала пеленочку. Оказалось, длинновато. Вот. Теперь будут сюда заходить. И здесь будут как бы в потайном местечке. Вот одна уже тут. Еще одна пришла, сидит. Куреночка. Да, куреночка. В потайном местечке. Как в домике. Ну, в общем, как-то так. Нормально. Подготовила грядку, решила еще установить вот такую сверху мини-грядочку. Был у меня вот такой вот короб на ножках. На дно постелила пакет с дырочками, с отверстиями. Сейчас сюда хочу наполнить хорошей вкусной землей этот короб. Вот. И придут ко мне новые сорта клубники, как говорят правильно, земляники, да? Хочу сюда парочку высадить. Потом на будущее, чтобы весной была клубничка пораньше. Хотела забрать, конечно, этот короб под цветник. Но что-то мне его стало жалко. На улице он сгниет быстрее. Здесь и так уже доски не первой свежести.
А там постоянные дожди. Хотя в теплице ведь тоже влажно, да? Ну, в общем, решила пока так. Если что-то мне не понравится, я потом, конечно же, все переиграю. Это что такое, улитка? Так, ну-ка, пошла отсюда. Если что-то не понравится, я, конечно же, все потом переиграю. Вот. Там снизу посажу зеленушку. Свет туда будет попадать. Надо вот еще помыть теплицу. Блин, сегодня, прежде чем сажать зеленушку, я помою вот эту вот часть всю. Так, сюда хочу накидать мох в виде дренажа. Остатки в этом году надо срочно будет набирать. Мне в этом году мха нужно будет очень много. Так, он как и антисептик прекрасный, ну и как в качестве дренажа и укоренителя тоже очень хороший природный материал. Пока добывала беляшу сена, смотрите, что нашла. Яйцо куриное, прошлогоднее. Это у меня курицы гуляли, 3 несушки. И, видимо, снесли тут яйцо. Давай, иду, иду, несу, несу, несу. Опа! Кушай, беляшенька. Тут травка, листики вперемешку. Вообще козы обожают листья. Сухие и такие, опад любят. Ну, судя по моим козам, они это любят. Сено, конечно, должно быть в рационе обязательно. Ну вот, грубо говоря, все равно это разнообразие в питании, в рационе коз. И они с удовольствием кушают. Ну и плюс вы лишнюю охапку, 2, сэкономите сена. Дольше не нужно будет покупать. Вот, тем более, учитывая то, что какие сейчас цены в этом году на сено. А у нас в Ленинградской вообще, не знаю, космические. Все дорожает с каждым днем. А так вы и участок почистите, приведете в порядок и скотинку накормите. Как говорится, 2 в 1. Вот. И польза, и красота, и экономия. Экономия в корме. Он с удовольствием уплетает прошлогоднюю травку. Это же то же самое сено. Наконец-таки дошли руки, чтобы помыть свою зеленую теплицу. Сейчас с фитоспорином пройду все-все-все стеночки и буду сеять зеленушку. Она у меня какая вся зеленая. С осени не помыла. Вот. Сейчас буду мыть, да наводить порядки здесь. Смотрю, у меня калина бульданеш укоренилась. Это прекрасно. Ну вот, такие стеночки. Теперь чистенькие. Осталось прибраться в теплице. И все. Ну и перекопать все. Докидать компоста. Он уже как трава растет. Моментом. Моментом просто. Еще надо пересадить будет бульданеш. На днях этим займусь. Петухи! Замечаю, яйца начинают клевать. Так, вот мадам сидит. Тоже есть яйцо. Вон там 2 вижу. Так, ну-ка. Дайте-ка я туда пройду. Курочка, подвинься. А то сверху тут у меня насеришь еще. Не дай боже. Ой, там тоже кладка. Да? Сейчас туда слазу. Надо сначала с кармана яйца убрать. Сюда пока переложу. С
кармана, а то боюсь, что вывалится. Пойду туда собирать. О, еще тепленькая. Опа. 4. Ё-моё, вот эти жерди, мне из-за них до сюда вечно не дотянуться. Ой, ёшки-матрёшки. Яйцо, не падай. 4 с уголочка. Закрываем. Ой, какая красота. Так, сколько получилось? 2, 4, 6, 8, 10, 11 яиц. Время 1 часа дня. Сейчас еще тут курочки несутся. Мне вот не нравится, что Петька сидит и караулит вместе с курами. Я его вчера уже гоняла. Он тут яйцо клевал. Он у меня так огреб по голове. Так, тепличка чистая, помытая. Эта грядка у меня уже подготовлена была заранее. В нее внесены перепревшие уже за зиму навоз. Сейчас хочу посеять зелень, чтобы пораньше начать кушать. Что же я буду сеять? Ну, такие вот обычные дешевые семена. Всхожесть у них хорошая. Всегда их покупаю, когда заезжаю в обе. Буду сеять руколу, укропчик, салатик витаминный, базилик овощной, арарат, редис и петрушка. Вот. Сейчас все эти семенцы я посею вот сюда, вот в эту грядочку. Как следует пролью теплой водичкой. Такой тепленькой. И с панбондом накрою. Вот. Приступаю к работе. Так, пока у меня есть время, пришла сюда в клубничку свою. Надо почистить все. Начну. Не факт, что я успею целую гряду. Вот. Сколько сделаю. Так уже устала тоже. Фу, ну все, все готово. Все почистила. Все старые листья срезала. Оставила только розеточки. Сверху все заложила перепревающими опилками. Столько червей там. Просто красота. Все. Я сегодня просто в ударе. Теперь можно идти спокойно домой отдыхать. Так, это уже следующая партия. Собрала 2, 4, 6, 8, 9. И тогда было 11. И Андрюшка 3 с утра. А это сколько будет? 15 плюс 9. 24. Да? Вроде бы. Убираю по кармашкам. Откуда? Ко мне тут пришла очередная небольшая посылочка с клубнями Георгин в мою коллекцию. Сейчас хочу посмотреть качество клубней. Так, ну что, будем смотреть, какого качества клубни. Сюда пока буду в тазик складывать отдельно. Дальше. Они уже живые, просыпаются. Синее море. Так, такой георгин я не заказывала. Это подарочек. Очень приятно. Надо будет посмотреть, что это за сорт и как георгин цветет. Так, это Алауна. Алауна. Алауна, Алауна.